Лучшим студентам Донецкой области – грамоты и благодарности. Учащихся вузов поздравили руководители региона. Встреча состоялась накануне Международного дня студентов. Говорили о проблемах, с которыми сталкивается молодежь, строили планы на будущее. Учащиеся высших учебных заведений вручили чиновникам символичные зачетные книжки. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и чтобы сессии у вас проходили более спокойно, без напряжения. Оце найкращі роки, які ви потім будете згадувати. Не треба їх згаяти, не можна їх згаяти. Будьте відкриті, хай у вас буде жага до знань, до пізнань, до нових звершень. Ну, це, прежде всего, возможность себя реализовать и найти что-то свое, себе близкое и родное что-то. И потом с этим вместе уже по жизни идти.